Услышать женщину, когда она молчит, задача непосильная для многих. Но кто умеет сердцем говорить, поймет, перебивать ее не стоит. Что можно слышать в этой тишине? Немой упрек или пылкое признание, надрывный плач или веселый смех, восторг, а может разочарование? Услышать то, о чем она молчит и душою, и сердцем, только не ушами. Ведь к этой тайне есть свои ключи. Она молчит, но говорит глазами.